Так. Михаил, до упаса найти. Еще. Хорошо. Вот, вот так. Сделали, да? Хорошо. Поворотите. Стынь гандря. Уно, дой, три, патру. Уно, дой, три, патру. Уно, дой, три, патру. Уно, дой, три, патру. Хорошо. Ух ты. Пошли вращение. Четыре раза. Стынь гандря. Вот так. Хорошо. Thank you.
Громче, Андрюха, ноги в коленях согнись. 3, еще громче. 30 приседаний. Алекс, считаешь? Нет. Вот, смотрите, то есть вы как бы раз вперед, приседаете и ручки вперед. Во, а ну-ка, Коля, покажи, красавчик. Во, пошли, видите? Знаете, почему он хорошо делает? Сказать? Потому что он лентяй. А лентяй всегда самый умный. Вот кто придумал стиральную машину? Мужчина. Чтобы не стирать. Да? Кто машину придумал? Мужчина, что вы не ходить пешком? Вперед, пузатый. Раз. Так. Два. Громче. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Что, Саня, вздох? Еще не вздох? Не вздох еще? Так, значит, сейчас убираем сюда, пока ставим сюда. Значит так, удары коленом, партнер держит руки, вы делаете 10 правой, 10 левой, потом меняете. Иди сюда, Андрюха, Андрюха, ты будешь чучело, только не виси на нем. Значит, еще раз, вот смотрите, движение, раз, два, вот я держу, берешь колено, пошел, раз, нет, один колено, правый потом, раз, два, три. Так, вы вдвоем, а ты по чучелу. А ну-ка покажи. Ну, наверное, да, ну, наверное, не знаю, как. Ну, никогда не бил люди коленом. Пошли, пробуем, потом научимся, попробуем. Дом Мурада, пойдем посмотрим, как он бьет. Пошли. Пошли, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Ну, Михаила, бей! У тебя украли кошелек. Вот так. Смотри, как твои руки не поломают. Так, так, так.
секунду. Ветри нету.
что за... Как вести, блин? Андрюха, у тебя сколько уроков завтра? 5. 5. Значит, с часу будешь. Ну, завтра идем, блин. Опа! Ну, нет, да. На... Опа! Анализ на кровь пойдем взять. Опа! Сначала. Опа! Ты ж больной. Все, блин, не ходи. Ты что, тебя ж посадят. В армию, все, будешь сидеть на карантине в армию. Идете в военкомат, Андрюха? Да. А кто еще идет? Я и весь класс наш. Весь класс? 2005 год. Весь 2005 год? Они не знают 9 класс, если честно. А 10 идут? Да, и 10 идут. Значит так, идете, сдаете кровь. И идете домой тогда, что делать? Нет, обратно в школу. Опять? Так это утром? Да. Утром и потом школа брать. А, так вы успеете на тренировку. Так при чем здесь кровь тогда? Я офигею. Что, собираться завтра не прийти? Нет. Блин, я бы не пришел. Я бы сказал родителям, что мы были в военкомате. Но там учителя сразу заложили. Так, значит, внимание сюда. Михаил, ты пока приседаешь. Саша сюда. Вика сюда. Нет, Саша, Вика туда. Андрюша, Николай, сюда. Значит, смотрите, что делаем. Вот вы сюда встаньте. Чехарду знаете, как играть? Нет. Да. Вот, посмотрите внимательно. Николай, встань на ковер, да. Значит, Николай, шут у тебя с тобой. Опусти, пожалуйста. Нет, не привыкай, я тебе объясню, почему. Если ты в борьбе так сделаешь, по-любому, тебе сразу дадут замечание шина. Смотри, значит, Андрюха, прыгаешь через него, он наклоняется, становится, ты делаешь через... Прыгаешь через него, пролезаешь между ног, Николай поворачивается, и пролез, и становишься. Николай поворачивается, прыгает, пролезает между ног, и получается друг за другом. А ну-ка покажи, можешь ниже стать. Вот так. Вот. Раз, пролезаешь между ног, опа-на, и становишься. Нет, не поворачивайся, да. А теперь Николай прыгает. Сань, ты там пониже встанешь. Пошли. Да. Да, Вика, прыгай. Прыгай. Не-не, ну, давай. Вперед. Сильнее. Вот так. И между ног. Между ног. Хоп. Все. Что? Теперь ты прыгаешь. Нет, Вика, выше. Да, да, да. Пошли. Хоп. И пролезь между ног, Саша. Пролезь, пролезь. И теперь Вика прыгает. Давай, Викуха. Хоп. Саня, ты... Да, ты же... Давай, давай, Вика, не ждешь. Ну ты прыгнула, блин. Давай, между ног. Выше. Вот так, голову наклони. Вот так, стой, хорошо. Давай, стой. Зачем так разбегаться надо? И между ног. Хоп. Стоп, Мате, стоп, стоп. Вика, сядь сюда, Саня сюда. Саня сюда. Значит так, ты прыгаешь через него, Саша через него. Потом вы оба пролезаете и становитесь один дальше другого. Так, Андрейку вот так, вот здесь в центре, к Вике лицом. Саша, Николай, двигайтесь туда. Так, сейчас прыгает Николай. Вперед, Николай, прыгаешь. Так, два шага вперед, Николай. Становись. Пошел, Саня, пошел. Оп, ну ты молодец, блин. Прыгай, прыгай. Оп, стоп, не двигаемся. Андрюха, встань, где стоял. Саша, поворачиваешься между ног. Саша, Саша, между ног. Раз, между ног. Два, Николай. Между ног. Раз, между ног. Два. Андрей, вперед чуть-чуть. Ты прыгаешь через Сашу и через Андрея. И ждешь. Андрей, чуть дальше. Давай. Вот, блин, нифига. Пошел, не, а, да, Саня. Чуть-чуть вперед. Чуть вперед. Пошел, Саня. Давай. Двумя ногами толкайся. Между ног. Оба-на. Оба-на.
Нет, наверное, сделаем по-другому. Становись, Николай, сюда. Андрюшенька, Алекс, туда. Становись вот сюда, в середину. Андрей, уходите назад, назад, назад. Все, Андрей, прыгай через Николая. И жди там. Прыгай, да, прыгай. Через Николая, через Колю. Так, оп, становись, уйди дальше просто. Алекс, прыгай. Чтобы вы вдвоем прыгнули и вдвоем пришли сразу туда. Только один прыжок. А потом просто будем меняться. Николай, стой. Что ты все гуляешь, блин? Я никак разобраться не могу, блин. А ну, мальчики, сюда. Давайте сюда. Сюда. Так, Андрюха, прыгай. Прыгай. И три шага вперед. Ушел, ушел. Давай. Потихонечку.
Давай, давай, быстрее, 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 быстрее. Нет, раз, два, три. Раз, 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 три. Вот так. Стоп. Михайло сюда. Михайло сюда. Держи Михайло за руку. Помогай. Вика, Вика, с этой стороны. С этой. Вика, встань. Викуля. Михайло берешь. С этой стороны встань. Дай руку. Пацаны, смотрите, не пукать. Так. На трёху наступать. Не, не бегать потихонечку. На троих, Вика. Вот так. Только побыстрее. Давай, давай, давай. Вот так. Хорошо, еще. Хорошо, встали. Встали. Пошли вокруг. А вы представляете, там 20 лежит. И один бежит, потом второй бежит, третий бежит. Ну, серьезно, помогай. Ну, как они делают? Я вам не понимаю, а сегодня так, и сейчас. Сейчас, эй. Сейчас вы бежите. И каждый, с каждым кругом вы будете бежать все быстрее и быстрее. Побежали. Пошире, пошире, пошире. Расстояние. Николай, репеди. Еще быстрее. Еще быстрее. Еще быстрее. Быстрее, как можно быстро. Пошел, пошел. Догнать, догнать, догнать. Носки не снимай. Больной, больной. Шага марш. Знаешь, как выглядит сообщение? Миллион. Шага марш. Я тебе скажу. Я просто очень много видео выставляю, фотографии выставляю, Facebook, YouTube. И мне каждый раз пишут и пишут, у меня то ВКонтакте там друзья, блин, что это, блин, как. Вот. ЛТП 2. Гашка Лилия. Антинор Николетта. Песок Чканы. Влад Бомба. Влад. Почему Бомба? Михаила. Михаил Насудер. Поделился с видео. А мне надо его видео. Здравствуйте. У меня есть просьба дать бой за 2008 год. Как я еще? Так. Марка Грановского еще день рождения. Вот он. Я фотографии ставит. Марк Грановский. Федор Каванчи, да? Девчонка, которая завтра там идет километраж, у Игоря Коба был уже. Так, значит, сейчас, Николай, вот сюда, вот сюда, девочки, туда, вы вдвоем сели. Девочки, вы бежите по кругу, а поле вас догоняет. Как только он вас догонит, все, я вас убью. Готовы? Не-не-не, Коля, одень носочки, одень носочки. Одень, 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 одень. Девочки, только, смотрите, Михаил, бежишь сзади, только не это самое, чтобы не ударились. Если он вас обгонит, а Коля... И когда догонит, Колика, догонишь их, когда их догонишь, то не надо трогать ничего, просто чуть-чуть вперед их бежишь, и все, мы закончим. Готов? Готов? В эту сторону бежишь, а вы в эту сторону, вы туда. Внимание, 3-4. Хаджи, побежал Коля за ними, догнать их. Догнать. Коля носки снимает. Стоп, стоп, девочки, стоп. Аджи.
Еще круг идем. Коля, становись сюда, пацаны, а вы туда. Коля, на тебе пояс. И как доходит, девочки, круг, и там садитесь, отдыхаете. И сразу лупишь, кого попал, тот выпал из игры. Колян, иди сюда. Вот идет пояс. Я буду завтра идти туда, напомню, чтобы я записал и уклеил.
мы сейчас тогда сделаем так. Я так, здесь я выключу, это не надо. Так, еще раз. Это спортсмен? Больной. Больной спортсмен. Больной. Как болеть можно таким болеть? Мне 60 лет, я не болел ни разу. Они болеют все. Да не поиграют, я сейчас сделаю. Сейчас. Значит, его не было пару дней, поэтому я еще не сделал. Ну, да, у него не было лица. Значит, мы сделаем сейчас. Сейчас. Мы это заявление написали, и вернее, он и я разом расписался. Что-то нужно? Да, мне от него. Ну, нужно сказать, там.
Сибири еще больше. 6-6? Да. Я бы хотел забыть, что... Рот! 7-6. О май бас, да было тихо. Выходи на пас.